Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. Вот хочу показать, нынче у нас нашествие вот таких гусениц. Их прямо много. Мы их собираем каждый день. Вот здесь. Вот она какая. Потом с нее вылупляется бабочка. Где-то я еще видела. Вот. Прямо низенько так вот она. Сейчас мы их соберем всех. Вот, она сидит прямо. И на ранетках, и на облепихе. Вот так она. Ирга вот эта вот. Она вот сидит, ее прямо это, вот она такая. И вот берешь, она такая шершавая, вот. Вот такая шершавенькая сейчас. Еще и здесь где-то были. Вот они, сейчас даже на плитке их покажу. Вот они какие большие. Такие нашествия прям их много. Вот такая. Шершавая такая. Прямо она цепляется к листве и листву ест. Вот. Листву кушает. Где-то еще тебе сейчас покажу. Вот прямо ест листву. Вот. А здесь даже вообще листик вот она съедает. Вот она. Вот кушает. Вот. Говорит, ты снимаешь ты меня. И пошла дальше. Вот ползет, ползет. И вот их собирать надо. А вот там я еще увидела большое такое. Да, все, их надо собирать. Вот. И вот она как листики кушает. Сидит иргу ест. Вот такая штучка. А это прямо вот она. Сейчас сниму и буду убирать их. Вот. Вот эту даже веточку она, наверное, объела всю. Вот она, считай, пустая. Это много. Хотя уже ягодки вот созревают маленько. Начинает ирга. Такая гусинка. Она не кусается? Нет. Она добрая. Так ползет. Что за чудо? Вот таких мы насобирали вот сейчас. Они прямо лазят хорошо по деревьям. Везде. Штучки шершавые. Вот. Есть большие прям особи. Вот как это. Вот она. Выползает. Что за особь? Это мы с одного дерева собрали. Сейчас пойдем собирать еще. Показать, что за звери такие. Нашествие прям гусениц.
Да. По ветру лезут. Вот. Она даже вылезет сейчас. Поставили поливалку. Вот картошечка. Огород торфяной, сухой. И мы поливаем. Вот так. Такой поливалкой. Сухо. Маленько пропололи огород. Рядочки ровные. Отсюда смотрите, если тут ровно. Польем, чтобы пошла в рост.